Бонжорно, мои уважаемые зрители и подписчики канала, с вами Woody Save Game. И мы продолжаем проходить, как это ни звучало бы, вторую часть DLC. Два полковника. Сейчас мы попали в какой-то бункер. Что здесь будет происходить дальше, я, честно говоря, не знаю. Я знаю одно, что у нас, блин, нет фонаря. Что меня, честно говоря, очень сильно бесит. У нас есть только вот этот вот. И он еще и стравливает. Великолепно. Ну, давайте. Бойцы Аскон, вам поручено совершенно секретное задание особой важности. Найти в архиве центра спутниковой связи карту района с приемлемым уровнем радиационного заражения. Исходя из косвенных данных, ясно, что особое внимание необходимо уделить поиску карт района озера Байкал. До сих пор наши усилия не достигли результата. Так что теперь ваша задача – добиться успеха во что бы то ни стало. Я не могу сообщить конечной цели поисков, но знайте, от результата зависит жизнь всех жителей метро. Эта запись самоуничтожится через 5 секунд. Удачи, бойцы! Ну и чё, не самоуничтожилась, не надо мне тут, да? Так, полковник разошелся. Опять в центр спутниковой связи посылает за картами. Начальство над ними в штабе щеки надувает, а нам тут еще по паре летальных доз на брата ловить. Паршивое место бункер этот, радиация сумасшедшая. Не зря его яйцеваркой называют. Ну и мутанты, куда же без них, блин, не люблю мутантов. В основном, конечно, обычные твари, но и здоровилы там тоже попадались. Скорее всего, из-за них там группы и пропадают. Паршивое место. И задание такое же. Хоть на зеленку не поскупились. По нынешним временам уже что-то. Окей. Ну, выжигать что будем теперь? Всех. Так. Ничего тут. Ага. Рубильник. Так. Но тут что-то как-то не так все. Значит, направо, туда. Короче, петлять прям надо будет. Угу. Не шуми. Я понял, да я чё? Подожди. Хочу вторую дверку открыть. Так, ну предположим. Блин, лут так много отнимает времени, что пипец вообще. Сейчас кто-нибудь тут пробежит слева направо или справа налево. Тут классика, короче, какая-нибудь будет. Либо сверху из вентиляции упадет. Так, о. Так, вот мы сейчас где? Вот мы сейчас вот тут вот, да? Вот в этом помещении. Да, в принципе-то несложный проход-то. То есть, короче, направо, направо нам надо идти до лестницы, а там уже поворачивать. Ага. Ага. Ну и кто бы сомневался, да? Самое главное, что я кого-то слышу.
Меня это не очень сильно радует, честно говоря, друзья. Вообще. Можно я тут посижу просто и все? О, ладно, давайте. Перезапуск системы. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Биологическая защита реактора нарушена. Реактор будет заглушен. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Внимание! Биологическая защита реактора нарушена. Внимание! Изоляция реактора нарушена. Сбой резервного источника питания. Переключение на главный. Изоляция реактора нарушена. Резервное питание включено. Необходим перезапуск системы. Очково, не представляете как. Подготовка к перезапуску выполнена на 20%. Сладенькие, такие это вы, шо ли? Я-то думал таки, да. Ну вы какие-то особенные, да. Шо, такие еще кто-то? Давай уже. Насколько уже там? 90? Я надеюсь искренне. Система перезапущена. Включение главного источника питания. Блин, да что ж ты меня так пугаешь, что ли? Все. О, блин, да вы че, серьезно, что ли? Пацаны, идите лесом, да? Мне не понравилось. Ну, вернее, как бы понравилось. Кстати, я могу сказать, что давление почему-то в моем огнемете не падает. Что очень странно. Давайте я сейчас, конечно, подкачаю. Может, оно залагало. Вот, но я думал, будет все намного хуже, конечно. Так, туда нам не попасть, окей. Туда нам тоже не попасть. Так. Питание включено. Угу. Всему персоналу ну сейчас где? Значит, там сейчас вот тут вот. Здесь непонятно. Куда идти-то дальше? Тут стерто. Направо? Я правильно понимаю, идти направо и как-то вот тут блуждать. Давайте я пока перезаряжусь, пока это и есть возможность такая.
осмотрена карта. Угу. Ну это типа сюда лучше не ходить, я правильно понимаю? Сбой резервного источника питания. Вот оно. Давай. Так, что мы можем? Что мы можем? Мы можем, во-первых, его почистить, во-вторых. А, так у нас тут все установлено уже топовое. Таки нормально. В принципе, таки, да. Изоляция реактора нарушена. Резервное питание включено. О. Топливо, это хорошо. У нас вообще сколько топлива? Блин, топлива вообще мало, честно говоря. Реально мало. Может, мы топливо сейчас тут сделаем? Точно. Давайте топливо сделаем. Потому что у нас-то, в принципе, не на что тут тратить особо. Так, ну здорово. Ты чё, офигел, что ли? Все? Блин, вообще, только из двери попытался выйти. Догорай уже. Я баллончик пока поменяю. Все, успех. Изоляция реактора нарушена. Резервное питание включено. Все. Вопросы у всех. Истощились, так сказать. Так, давайте кольнемся. Я думаю, что нам нужно. Так, тут записочка какая-то. Давайте почитаем пока. Старые отчеты не врут. Похоже, реактор комплекса все еще работает. Электричество есть. Работает и течет потихоньку. Иначе с чего тут такой уровень заражения? От того, что свет есть, нам правда не особо легче. Ладно бы работало нормально, а так то потухнет, то погаснет. Ребята уже понапридумывали, мол, это из мертвецов кто-то на пульте шалит. Чушь, конечно. Прогнило все. Вот автоматика и бесится. Да? В принципе, все так и есть. Еще у кого-то вопросы какие-то остались, имеются. Ой, я не хочу туда. Там открытое пространство. Подготовка к перезапуску выполнена на 80%. Но рофл в том, что реально давление не падает. Я не помню, может, я, конечно, модификацию такую установил, чтобы давление не падало. Так, туда нам написано ходить лучше не стоит. Но тут есть топливо. А если есть топливо, значит хорошо. Тебя даже не видел, дружище. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. О, вообще нормас. Так, ну тут у нас-то и особо-то... Ничего полезного. Так, ладно, окей, нам теперь надо будет найти только верстачок. Так, тут все закрыто, окей. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Перезапуск.
близко как добежал-то, а? Еще вопросы. Сколько у нас там? Нормально, еще можно жечь и жечь. Ну догорайте, давайте уже, а? Так, тут у нас ничего полезного, тут все позакрыто. Тоже ничего я особо не вижу. Че тут осторожно? А, смотрим, а, смотрим. Угу. Ну ладно. О, это хорошо. Так, давайте сделаем аптечку одну. Так, патрончиков у нас хватает. Почистим наше оружие и... Бак повышенной емкости. О, офигенно. Вот это я понимаю. 340, да я задолбусь его использовать. Вообще, битва с боссом каким-нибудь будет. Персоналу немедленно покинуть комплекс. Система перезапущена. Включение главного источника питания. Ну, давайте. Изоляция. Блин. Что это какой-то царь? Ну и где эта обезьяна? Да я ж ни хрена не понимаю, с кем драться-то? А, это больно. Сколько? 33. Надо перезарядиться быстрей. Подожди. Ты стебешься так? Убил или я еще живой, но я от него ушел. Что-то меня напрягает этот тип, честно говоря, чуть-чуть. А, ну, у меня оружия нет, значит, мне не с кем драться. И всегда надо идти на свет. Это самое главное. Так. Последнее, да? Так, хорошие новости. Мы добрались до архива. Плохие новости. Там логово здоровил. Да, это плохие новости. Хорошо, хоть хозяев пока дома нет. Хоть осмотрелись.
Полки разбиты, карты свалены в кучу, разобраться что где нереально. Возни на несколько дней максимум, а хозяева могут вернуться в любой момент. И что-то мне подсказывает, что они будут не рады, если мы тут каталогизацию без спроса устроим. Ну и ко всему этому дозиметр в архиве зашкаливает. Мы там минут 5 пробыли, потом месячную дозу зеленки вкололи, и все равно мутит. Придем домой, буду просить полковника, чтобы выбил нам премиальных, а то еще месяц светиться будем. Карт взяли сколько смогли унести, без разбору, просто что сверху лежало. В штабе разберутся. В общем, задание выполнено, насколько возможно. А если кто-то думает, что сможет лучше, то милости прошу, лично я в эту могилу больше ни за что не полезу. Я что-то тоже как-то, у меня желания особого нет. Сейчас будет какой-нибудь скример, скорее всего. Ну, классика тут. Здорово, дружище. Блин, а это вообще по стелсу как-то можно пройти? Бубуины какие-то. Или это нереально? Что-нибудь упадет, как всегда. Хотя у меня оружия нет, я с ним сражаться никак не могу, поэтому... А, это мы сразу к картам уже прибыли, да? А, слушайте, это же обезьяны, они слепые, точно. Они реагируют тупо на шум. Что-то такое у меня в памяти было. Радиация. Так, зеленочки бахнем сейчас. Что? Ну, какая-то карта, да. Мне кажется, его тут сейчас зафигачат эти товарищи обезьяны. Давайте быстрое сохранение, да, сделаем. Понятно. Понятно. То есть надо как-то. Вот такое меня тоже, короче, бесит, когда вы пытаетесь. Блин, когда у вас нет оружия, это еще вдвойне больше раздражает. Ладно, давайте как-то будем пытаться пройти. Thank you.
перезапущена. Включение главного источника питания. Система перезапущена. Включение главного источника питания. А обезьяна-то от чего умерла? От резкого скачка радиации, что ли, или чё? И зеленочка закончилась. Не, ну хотя бы карты нашли. Ну, это уже пришел полковник Мельников, я так понимаю. Нашел карты и отдохнуть присел. Понимаю. Мне и самому отдышаться нужно. Так железки эти натирают. Главное, не засидеться тут с тобой. Меня сын твой прислал. Сказал, где искать. Он молодец. Боец. Хороший. Постарался он. Дети... Все ради них. Я вот ради дочки тут. Умница, красавица, сильная, добрая. Не передать, как горжусь и как люблю, а высказать не могу, не умею. Пытаюсь быть отцом, а из меня командир лезет. Будто показав любовь, слабость свою обнажишь. Не только перед ней, тот же муж ее... Он ведь мне даже нравился сначала. Но как же бесит, что ему правду знать надо. Его дома лучшая на свете женщина ждет, а он головой не за грош рискует. Нормальные люди хотят, чтоб в похлебке грибов побольше, дома тепло, да дети здоровы, а ему правду подавай. Позволь, я на карты взгляну. Ох, я на него и злился. А потом посмотрел на мир и по-другому на жизнь свою прошлую взглянул. Особенно, когда твою историю узнал. Прямо себя увидел, прошлого. Мы ведь оба служили большой лжи, потому что убедили себя, что так надо. И если бы не зять мой, то и закончил бы я, как ты. Зато теперь в кои-то веки в моей жизни есть смысл, потому что я могу, наконец, взглянуть правде в глаза. Думаю, ты меня понимаешь.
И спасибо тебе за карты. Не думай, что все было зря. Ты всех нас спас. А Кирилл? Я передам ему часы и прослежу, чтобы он выбрался из этой дыры. Обещаю. Ну, мне пора. Прощай, полковник Хлебников. Спи спокойно. Артём, держись. Держись, сынок. Не, ну это вообще ни в какие ворота, ну, друзья, ну чё так на эмоции давить-то, да? Я считаю, нет, это великолепное DLC, это... Я даже спорить не буду. Спасибо большое разработчикам, которые все-таки, я не знаю, как это решили, выделили бюджет и сделали, в конце концов, это. Это великолепно, но очень грустно. Пипец, оно началось с того, что все грустно, и закончилось с того, что... Ага, у меня прям слов нет. Да. В общем, очень... Печально. Я даже не знаю. Всем спасибо за просмотр, что вы были со мной. Если вы хотите, то подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока. Если вы хотите увидеть больше полезных видео об играх, программах, разработке и DIY, то подписывайтесь на мой игровой и лайв-каналы. Удачи!